Вот. Так что так. Вот. Ну и да, и один из важных моментов, собственно, на чем основывается игра на Секухате, это игра длинных тонов. Вот. То есть есть короткие звуки, когда мы вот так играем. Вот. А как практика, это, как правило, играют именно длинные, да, то есть нижний звук, то есть делается по принципу вдоха-выдоха, то есть делается вдох и длинный выдох. Причем вот в самом конце получается так, что по ощущению воздух должен закончиться, и как правило, следуя этому ощущению, все заканчивают. То есть все, вот как бы вот так. Там еще процентов 30 осталось, наверное. Да, но на самом деле там очень много. Ну, то есть, во-первых, от вхождения в этот режим зависит, но и от самого вот продолжения. То есть, как бы. То есть уже гораздо длиннее. Соответственно, если дальше так это все практиковать, то вот получается, тренируется именно такой способ дыхания. Вот. Это тоже такая основа. То есть она для всех, ну как бы. Поэтому вот так, то есть как две части такие получается. Одна часть это связанная с дыханием, а вторая часть это связано с техническими всякими вещами. И вот, допустим, в школе Кинка я знаю, ну, по крайней мере, вот в России как бы такой именно подход, что неважно, что здесь происходит со звуком, надо заниматься сначала вот как бы вот этими делами. То есть вы запоминаете движения, аппликатуры и так далее. А здесь неважно, то есть вы играете. У вас тут звук там не особо хороший, но вы внимание переносите сюда. И потом здесь уже у вас все до автоматизма доводится, а постепенно звук вышлифовывается. То есть вот такой подход. Вот. Для меня он не является близким, но тоже имеет место быть. То есть, опять-таки, вот. Есть наоборот от звука, да, то есть как от звука, то есть когда вы сам звук уже вот чувствуете, когда вы с ним непосредственно взаимодействуете, и потом постепенно вот как можно сказать подтягивается ваша техника, да, по необходимости опять. Потому что необходимость у всех разная, определить ее можно только, ну как бы желанием человека, да, то есть есть у вас желание, я же вот не знаю, допустим, и может быть вы сами не знаете, есть у вас это желание там быть технически как-то вот прям вот Пока нет, ого-го. пока мне не хватает. Вот, ну я имею в виду в каком это объеме, да, потому что, ну, я вот там не занимаюсь там по 10 часов в день вот какими-то техниками, у меня просто нет такой задачи, то есть нет у меня таких амбиций, задач и так далее. Если бы я занимался, я был бы, ну, как вот там Джон Нептон там и так далее, вот они сидят там и виртуозно играют. Ну, я как бы, то есть, то есть у меня нет такой задачи просто. Вот. Но чтобы это осуществить, это нужно непосредственно вот такой по 10 часов в день, прям техникой это заниматься. Вот. У меня, допустим, она развивается настолько, насколько вот мне там, так сказать, нужно. Ну, или какая-то задача. Будет задача там что-нибудь там записать, там какой-то вот особый там звук. Тогда я, ну, сяду дополнительно, так сказать, потренируюсь к этому, если мне нужно будет. Но так как у меня таких задач, как правило, нет, то вот моя техника, она, ну, по большому счету, не особо хорошая, но вот как бы мне вполне ее достаточно, так скажем.
Вот. А кто-то испытывает такие вот, ну, как бы, импульсы, что не-не-не, вот надо прям вот там что-то особо такое сыграть. Соответственно, для этого нужно, ну, заниматься. Вот. А есть и люди вообще, как бы, у них техника совсем такая, она простенькая, но им тоже хватает. То есть они вот сели все, вот. И они играют, все у них состояние, все как бы, все на местах, да? То есть им не надо вот там... Вот это вот им не является вообще необходимым. То есть, например, как в школе кё-таку. То есть там вообще никаких вот этих не используется. То есть там строго вот дыхание, дзенское, пьесу играете, все, никаких там красивостей, каких-то изысков, чего-то такого нету. То есть они играют вот этот, и вот все, школа у них такая. Вот, здесь вот, это я к чему говорю? Потому что вы, ну, постепенно, наверное, как-то, ну, или, я не знаю, то есть сами определитесь, что вам нужно в этом, да, и насколько нужно. То есть... Ну, я